Дорогие друзья, здравствуйте, на канале Boston Technic. Сегодня к нам приехал в агросалон гость Павел. Павел из Ставропольского края. Приехал приобрести вот этот замечательный трактор МТЗ-82 2012 года выпуска с кондиционером. Частично трактор приобретен в кредит. Павел, расскажите, пожалуйста, откуда о нас узнали? В интернете или по знакомым рекомендациям были? Ну, я узнал из интернета и обратился, и ребята не отказали, Трактор приехал, действительно, в наличии есть, без всяких там нареканий, я доволен этим трактором. Надеюсь, что он в работе покажется. Мы с вами созвонились, вы уточнили, мы даже попробовали с вами дистанционно подать заявку, непосредственно. Вы приехали уже, знали, что у вас положительный ответ был, правильно, от банка? Да, вопросов нет, да. Сказали, что приезжайте, все вам одобрено, все, но я приехал, как говорится, оформили документы, все. Трактор завтра будет доставлен до дома. Да, завтра мы вам его доставим. Скажите, а под какую вообще работу трактор рассматривается? Под работу, прессом работает. Сено, солома, весова. Чисто буду пока с прессом, а в дальнейшем буду оборудование приобрету на куме, возможно, плуг возьмем, культиватор, фрезу, и так будем выполнять полевые работы. Вы сегодня приехали с механизатором, то есть механизатор тоже посмотрел, да, каких-либо колоссальных недостатков не обнаружено. Понятное дело, что техника с наработкой, но все-таки посоветуйте нашим зрителям, подписчикам, стоит ли ехать там, в этом проекте, 600 километров, грубо говоря, расстояние, приехать к нам в агросалон за техникой. Честно сказать, не зря приехал, вопросов нету, доволен. Когда в работе покажет, ссылки напишу. Это понятно, да. Что пускай люди едут, выбор техники действительно у нас огромное, оборудование огромное, ассортимент, вы это тоже видели, да, поэтому ехать можно с тобой. Да, вопросов нет, конечно, ехать можно без проблем, что вот они, трактора, оборудование есть, Все показываем, все рассказываем. Поэтому мы от своей команды вас поздравляем с приобретением. Желаем вам, чтобы трактор работал, не ломался, не подводил вас. И надеюсь на расширение, что вы, конечно, приедете к нам за оборудование. Спасибо. Поздравляю вас. Да. Вам желаю удачи в работе. Спасибо большое. Друзья, приезжайте к нам в город Волгоград, улица Историческая, 183. У нас огромный ассортимент тракторов. Есть МТЗ, есть Нью-Холланды, есть Кировцы. И огромный ассортимент тракторов КТЗ Т-150. Также у нас есть селки и другое навесное прицепное оборудование. С доставкой техники мы поможем. Есть у нас эвакуаторы, есть у нас тралы. Доставим в любой регион России. До новых встреч!